Вот это да. Класс какой. Мне кажется, я встретила рыжики. Смотрю издали, кажется, млечники что ли какие-то. А это же рыжики. Вот. Вот. Я где-то еще видела. И вот. Это же рыжики. Надо срочно собрать. И вот еще. Вот тут вот рядом белые. Белый. Отличный. Вот тут еще рядышком. Губка светлая, похоже, молодые. Ох, какие мухоморы серо-розовые. Красавчики. И опять рыжики. Ух, какой лес. Это мой любимый лес. Я сюда часто езжу. Конечно, далеко. Но это того стоит. Вот еще белый. Ой, какой хороший. Ой, какой классический, как из сказки. Здравствуй, лес. Попались подосиновики. Отличные. Молодые. Так, где еще? Вот еще. Прячется. Белые слегка червивые, но я их буду сушить. Встретила рыжики. Прям поляна. И большие, и маленькие. Ух. Все рыжики. Рыжики. Еще один. Не вижу его. Угу. Старенький. Жалко, красивый такой. Иду я такая. И вижу. Очень красивый, большой, заметный, белый гриб. Поворачиваю немножко голову. А тут вот какое чудо. Поднимаю голову. Лови. Они все розовые. А рядом с ними.
темная ножка. Это, наверное, не еловый. Хотя вокруг елки. Лисички очень красивые. Полянка такая богатая. А вот спрятался белый. В лес-то поехала, а камеру-то зарядить забыла. Так спешила. Вот такой получился у меня сегодня результат. 22 июля 2020 года. Вчера полдня смотрела видосики наших прославленных блогеров-грибников. С утра схватила две корзины и понеслась по всем своим местам любимым. Белых по-прежнему много. Много старых, много червивых. Ну, есть что взять. Вот. Начали попадаться подосиновики. Маленькие вот такие, еще более-менее нормальные, которые чуть постарше. Ножка чистая, а шляпка червивая. Почему-то, как в прошлом году. Такой красавец наверняка будет негодный. Посмотрим. Рыжики червивые 99%. Вообще зачем я их набрала, не знаю. Вот. Прошлые свои пластинчатые все заквасила на сыворотке. Посмотрим, что получится сегодня. Добавлю туда сыроежек, лисичек и прочих мухоморов до полной банки. Должно быть вкусно. Вот такой урожай. Спасибо всем, кто на меня подписался. У меня уже 32 подписчика, оказывается. И куча лайков. Благодарю вас, подписчики и гости моего канала, как говорят наши блогеры. Всем спасибо, всем пока.